был у нас такой случай, значит, шел спектакль, ну, это известный спектакль, то есть овод, да, по книжке Иванович. Вот, и в конце, значит, выводят оводы на расстрел, значит, стены тюрьмы, такой Брандмауэр, значит, возвышение, офицеры, там несколько человек, и овод. И, значит, направляет на него пистолет офицер и говорит ему, так сказать, яркие такие слова ненависти. И за этим он должен стрельнуть, понимаете. Но поскольку, значит, там что-то за кулисами замешкали, и то ли доски не оказалось, то ли, значит, пистолет не работал, там это, значит, говорит... Подожди, мы же все сейчас. Он, ох, мерзавец, негодяй. Текста же нет. Он, значит, актер же, естественно, он выходит из положения, понимаете, негодяй. Понимаете? А там говорит, он слышит это, ой, какой же ты нехороший. И, значит, ну, чтобы оправдать все, время идет, идет, он, так сказать, и в это время выстрел. Все, которые на сцене, уходят. Чудачная история. Все, которые за декорацией рисованы, значит, трясутся от смеха и неосторожно ее подваливают. Она упала.